Утро после выходных, сумасшедший дом называется. Я устала что-то сегодня, прям с утра уже ничего не хочу делать. Вот все свалили, сейчас закрыла дверь. Просто сейчас, наверное, разденусь и завалюсь. Мы вчера начали выносить балкон, муж сложил машину, сегодня в гараж все вывезет, но не все. Там еще выносить и выносить, и вывозить, и вывозить. Поэтому как бы... Будем начинать делать балкон. Надо для начала все вывести в гараж, потому что у нас на балконе ого-гошеньки, сколько вещей. И тут в коридоре у меня вещи стоят, именно вещи, которые, ну, одежда. Поэтому ее тоже надо будет перебрать, пересмотреть и кому-то определить. Вот. Ну, а я буду сегодня отдыхать. Так, еды полно у нас. Там еще два биточка, тут кастрюля борща, еще достаточно. Там у меня закваска стоит, этот лежит. Как она называется? Сыроватка на блинчики, два кефира. Муку я, кстати, цельнозерновую храню там, потому что в ней очень сильно заводится моль. Вот клюква лежит, ждет своей участи. Собачья консерва. Короче, холодильник и второй тоже. Второй тоже. У меня тут рыба, которая с овощами. Ну, тут еще картошка с крыльями. Там буженина детям на бутерброды. Вверху оливье стоит в большой миске. Тушеная капуста. Короче, еды. Киевский тортик. Там лаваши. Икра, морковка по-корейски. Короче, еды валом. Поэтому я сегодня не готовлю. Надо все подоедать сегодня будет. И потом готовить. Если мало кому, то еще пельмени есть, вареники в холодильнике. Поэтому вот так вот все закрываю. Смотрите, сколько вещей. Это просто... Просто пипец. И, по-моему, там еще пару кульков на балконе. Надо все перебрать, что сжечь, что отдать кому-то, что оставлю внукам еще. У нас вещи, кстати, мои вещи еще долежались моим детям. Вот, так что некоторые вещи еще мои, даже сохранились. Особо дорогие вещички я сохраню для своих внуков. Ну, а если они не сохранятся, ну, так и будет. Потом, наверное, встану, трошки поприбираю. Тут на комоде опять бардак. Вот, Виталинка мне подарила тут кучу классных подарков. Сейчас вам покажу такую вот аппликацию. Вот. Вот такую вот открытку с котиком. С тремя котиками. Вот такую вот еще одну аппликацию. Красивую очень. И портрет меня. Такой портрет меня. Похоже? Мне кажется, что-то есть. Даже глаза зеленые мои нарисовала. Вот так вот. Очень даже похоже. Такие подарки. Тут у меня тюльпанчики, на кухне тюльпанчики, у Виталины на столе тюльпанчики, у дочки тюльпанчиков. Аж два букета. Короче, у нас везде цветы. Вот. Я РПЛ-ка потребляю. Тут он возле меня стоит, поэтому... А, хочу вам показать, какую я книгу читаю. Вот такой Мэтью Сайд. «Принцип черного ящика». Очень классная книга. Но это такая книга... Эта книга бросает нам вызов, способны ли мы стать еще лучше. Вот. Говард Джейкобсон, лауреат Букеровской премии. Очень интересная книжка. Советую всем прочитать. Вот, все. Буду сейчас валяться. Кстати, у меня Булгаков. Уже зачитанный до дыр. Очень люблю Булгакова «Мастер и Маргариту». Читаю часто. Все, буду валяться. Сегодня мой день.
Ой, такое количество конфет теперь имею я. Расти попа моя. Так, Рафаэла. Уже доедаю почти. Сразу и бумажки сюда бросаю. Но там еще полпачки, наверное, есть. Там еще была коробочка конфет, но уже ее съели. Вот такую коробочку конфет мне подарил друг. Ой, боже мой. Друг моей старшей дочери. Клубника Milk Cream. Это мне подарила Виталиночка. Миндаль в шоколаде. Я люблю очень их. Эти две коробочки конфет подарил мне сын. Тоже миндаль в шоколаде и шоколад с ромом. Там прямо льется ром внутри. И Рафаэла, и вечерний Киев подарил мне муж. Ну, это чисто по сладостям. Еще денежку мне подарили. А, ну еще перед этим мне подарили подружки. Подружка сына. Мама передала бутылку вина. Я показывала, по-моему, уже. И маринованные острые сливы. Вот. Такая вот вкусняшка теперь у меня. Не знаю. Еще была коробочка вишня в ликере. Вот. Вот так вот. Ну, лежит это все в баре. Я пока кушать не буду. Пусть лежит. Даже не знаю, когда я их открою. Жалко, что конфеты долго не хранятся. Интересно, если в морозилку бросить, они не побелеют, будут хорошо храниться. Вот. Ну, или буду кушать по чуть-чуть. Посмотрим. Так, я не знаю, какой сегодня день влога, или второй, или третий, уже потерялась. Если честно, вообще желания нет никакого. После некоторых сообщений мне. Так, у нас с завтрашнего дня закрывают все школы до конца марта. Но почему-то колледж у старших детей не хотят ни в какую закрывать. Не знаю, если что, я буду звонить и жаловаться, если они не закроют, потому что Кличко объявил, что все школы и высшие заведения учебные Киева должны быть закрыты. Будут закрыты кинотеатры, торговые центры, всякие развлекательные места. Ну, типа, я так понимаю, коньки, ролики и все такое. Там, где много-много людей. Вот. Ну, что мы? Мы будем гулять больше на улице, я так предполагаю. Вот. И сидеть дома. Для нас это будет кайф, конечно. Так, я делаю жаркое. Поджарила лук, мясо, морковку. Добавила водички чуть-чуть. Сейчас оно закипит. У меня замороженная тыква. Сейчас сюда высыплю тыкву и почищу картофель. Будет у меня жаркое. Мне скоро за Виталинкой в школу бежать. Уже почти час дня, поэтому мне надо все успеть закинуть хотя бы. Вот, хотя бы, чтобы оно все закипело и выбежать за ней в школу. Вот. Такие дела. Так, готовлю дальше. Так, ну, что хочу сказать по поводу комментариев. Конечно, подосрать подосрали. Спасибо вам большое. И вас с 8 марта. Вам хорошего настроения. Вот. Надеюсь, у вас в жизни все будет удовлетворительно. Вы для меня просто буковка И, если честно. Даже фотографии нету. Так что пустое место. Ну, поправилась я. Вам какое дело до этого? Конечно, поправилась не от плохой жизни. Вот. Мой вес меня вообще не интересует абсолютно. Хочу худею, хочу поправляюсь. Вот. Я себе нравлюсь всякое. Вот. И мне мое тело очень даже нравится. Вот. Так что можете писать дальше гадости. Я
Знаете, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Знаете, кому я это говорю и кому я отвечаю на комментарии. А вас, девочки, очень люблю, подписчицы. Кто там пишет, что я люблю только лестные комментарии. Ну, а кто их не любит? Вот, такая жизнь, да. Все мы любим, чтобы нам говорили приятные вещи. Вот, кто там меня защищал, большое спасибо. Вот, очень-очень приятно. Вот, ну, все, пошла в школу за ребенком. Вот это хожу и любуюсь. Поставила возле своих веточек тюльпаны. Очень красивые. Кстати, тюльпаны не распаковываю. Они тогда долго стоят, так и засыхают ровненько. А так они распадаются и портятся. Вот такая красотень. Тут мои баночки лежат. Очень мне нравится массаж ими делать, особенно на лице. На ногах больно. Вот. Так что такие весенние цветочки. Класс. Желтые тюльпаны мне очень нравятся. Вот. А там мамку скубут. Так, быстро покажу вам покупочки. Вчера такой вот кексик пекла. Вот, внутри вот такой он. Я протыкала, и шоколад туда вовнутрь проливался. Просто типа бисквитика, типа кекса. Очень вкусно. Мягенький очень такой. Он с одной стороны плотненький, с другой стороны он такой влажный внутри. Так, взяла я... Что я взяла? Взяла я в сельпо селедочку. Вот, 6 килограмм Ники. Так, и у бабушек взяла огурцов соленых, таких квашеных именно мне захотелось, потому что я жаркое приготовила, я вам показывала, сейчас покажу еще. Вот у меня картошка с тыквой, со свининкой. Такое жаркое получилось, шикардосное. Так, в Киеве прошел дождь. Я бегала в капюшоне уже. Кстати, шампунем очень довольна, вот этим органическим. Потом покажу. Очень классный шампунь. От него хорошие волосики, не жирнятся. Классно блестят. Все, мы на карантине. Не знаю, как другие города. Пишите, в Киеве все закрыли на карантин. Всякие развлекательные центры, большие всякие мероприятия. Там у нас должен быть конкурс был на хоре. Все закрыли, запретили. Школа закрыта, техникум закрыт. Садики закрыты до конца марта, в техникуме до начала апреля. Дети учатся дистанционно дома. На этом влог заканчиваю. Всех вас люблю, целую. Всем пока.